Для чего такое делается, непонятно, но понятен результат. Мы на телевидении заказываем вам звучание. Да по сути можно написать, но вы слышали качественный гуанский транс. Нет? И теперь не услышите. Благодаря интернет-сервису. Потому что ладно бы он вас двигал. Он сдвигает замечательный звук. Так что простите, сильно захочется, позвоните. А так, звук теперь другой. Это ж как такое случилось, что вы мою Наку отметелили? Я не думал, что я куплю 600-го Мерина. Но я всю жизнь хотел именно эту машину. Это была классика, которая таковой и осталась. Понимаете, предыдущие бумеры были примерно одинаковые. А в этой серии все поменялось. Ну, что раньше? Ну, очки были у всех. Как и у всех, была акулья морда. То есть бумеры до того времени были едины. И, конечно, не дотягивали до Мерса. Ауди хороши, но проигрывали по дизайну топом от Германии. С этой модели мы видим результат. Полностью все по-другому. И это и есть классика. Что сегодня и сейчас. Ну, по крайней мере, в предпоследнем кузове пятерка очень похожа на семерку. То есть опять все на круги своя. Не знаю, но для меня, конечно, проще эта седьмая модель. Тут космоса нет, но как она рулится? По сути, такая машина в первую очередь пришла к директору магнитки. Я-то знаю его впечатления. Это было очень круто, когда водитель просто отдыхал, а ехал Филиппыч. Конечно, после этого машина стала космосом по наворотам, но идеальное драйверство баянчиков на трассе начиналось с этой машины. Крутой и навороченный. Да, в свое время были и Феррари-киллеры от 850-й модели. Но такая машина, будем надеяться, займет достойное место в моей коллекции. Машина BMW, мы уже говорили, можно отнести к разряду самых скоростных седанов и спорткупе. Дело в том, что двигатели здесь очень оборотистые и при этом долговечные, как ни странно. Но, конечно, придется поискать, и вариантов несколько. Купить в том же кузове раздолбайку с 3 литрами, чтобы не ушибать семейный бюджет транспортным налогом. А после, купив шестерку, есть такая, сняв ее с учета для продажи за рубеж, и типа можно как-нибудь где-нибудь развалить ее. А затем уже кататься на мега и реально хорошем моторе с номерами от развяканной 730-ки.